На мужском чемпионате Европы по волейболу сборная России остановилась на стадии четвертьфинала. Команда Владимира Алекна встречалась с итальянцами. Первые две партии хозяева турнира взяли сверхуверенно 25-20 и 25-19. К сожалению, и в третьей партии серьезного сопротивления сквадра Адзура не встретила. Также 25-19. Россияне сложили полномочия чемпионов Европы. А сборная Италии в полуфинале встретится с командой Словении, которая сенсационно остановила действующих чемпионов мира команду Польши в 5 сетах.